вечером, и непонятно, кому ты ревновала, к Сереже, либо к Безусу. То, что связано с Искалом. Мне самой, честно, интересно, посмотри, чтобы она пришла посмотреть на реакцию Лёши. Мне, если честно, самой интересно, знаешь почему? Я вот прям посмотрю, как эта история закончится. Да. Я за него буду счастлива, потому что, может быть, хоть тут наконец-то жизнь в Лёше будет, и он не будет обманывать себя, а будет жить по сердцу хотя бы. Вот не думаешь, что если она придет, Сережа будет делать она злостной? Вот это будет некрасиво с его стороны, если он будет так делать. Ты проговорил с ней, что вчера...